уже свою семью. Можно сказать, вот с этой минуты уже они семья, они уже одно целое. И я бы хотел бы сегодняшний праздник, сегодняшний вечер начать с ваших бурных аплодисментов в адрес праздника любви. Громче, громче, друзья мои! Браво! Спасибо большое! Мы прожили в браке 53 года. Сегодня тоже родилась новая семья – Мария и Владимир. Не нарушайте традицию. Больше 53, пожалуйста, меньше нежелательно. Всех благ вам в жизни и здоровья, богатства, мира и тепла. Семья, согретая любовью, всегда надежна и крепка. Пусть дети были возле вас всегда. Вам, молодым, мы скажем просто: живите дружно, в добрый час. Ночь была вокруг сплошной преградой. Я искал и знал, ты где-то рядом. Я искал и ждал, что ты ждал. Меня. Путники в ночи, два одиноких человека на пути, на этом долгом и запутанном пути. Как тебя найти? Нам так просто потеряться и так трудно повстречаться. Ты где-то рядом, как тебя найти, как тебя найти? Нам так просто потеряться и так трудно повстречаться.
Я нашел тебя, с тобою вместе мы прошли сквозь ночь, сквозь неизвестность наступил рассвет, и к нам пришла любовь. Самое главное в этой жизни – это любовь. Если у вас будет плохое настроение, вам лишь только надо будет посмотреть сегодняшнюю регистрацию и понять, что жизнь прекрасна. Я желаю вам только счастья. Как сказал Антуан де Сен-Экзюпери, самое главное – смотреть не друг на друга, а в одну сторону. И я предлагаю вам смотреть в сторону любви. Я снова предлагаю, уважаемые гости, наполнить ваши бокалы. Наполняем бокалы. Что, наверное, в этом зале нет людей, кто больше всего волновался о сегодняшнем празднике и волнуется. И также они будут продолжать волноваться за своих детей, потому что сегодня две счастливые мамы на празднике у своих детей. И я с удовольствием хочу предоставить слово мамам. Ольга Эдуардовна и Ольга Владимировна выходят к нам. Под ваши аплодисменты встречаем! Ольга Владимировна, ну, так как вы у нас со стороны нашей красавицы-невесты, да, вот, сторона жениха вам предоставляет первое слово, как почетной гости сегодняшнего вечера, и вам я предоставляю микрофон. Пожалуйста. Не возражаю. В общем, у вас, вы сегодня вступаете в новый этап жизни, и вам придется решать очень много вопросов, связанных и с сфере быта, и в сфере работы, и в сфере жизни вообще. Поэтому все это вам придется, конечно, решать самостоятельно, ну, может быть, и с помощью, конечно, родителей, но это на вас накладывает очень большую ответственность. И я хочу, чтобы ваш этот этап был очень таким радостным, успешным и благополучным. А чтобы он и был все время такой этот этап, вы должны к другому относиться так всю жизнь, как вы сейчас относитесь, трогательно, внимательно и с любовью. И еще одно пожелание. Не забывайте
родных. Дорогие мои, действительно, сегодня день потрясающе счастливый, потрясающе волнительный, потрясающе тревожный, радостный. Мы счастливы за вас, мы безмерно рады. И мне бы хотелось сказать вот что. Все проблемы, которые у вас будут, представляете, они будут делиться на двоих. А счастье, которое появляется, радость, которая появляется, умножаться будет на двоих. И вот мне бы всегда хотелось, чтобы ваше умножение было гораздо больше, чем деление. А если делить на двоих будет сложно, делите на четверых, на шестерых, на восьмерых. Ну, в конце концов, на чем больше, тем лучше. Вот. А умножайте мало на двоих, умножайте на четверых, на шестерых, на восемь, на двадцать, как можно больше. И вы знаете, еще один момент. Я думаю, что сегодня так же счастливы были бы наши папы. И испытывали такую же гордость и такую же радость за своих детей. И поэтому от папы примите тоже небольшое поздравление. Прозрачно все в этом мире бушующем. Есть только мир. За него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Вечный покой сердце вряд ли обрадует. Вечный покой для седых пирамид, а для звезды, что сорвалась и падает, есть только миг, ослепительный миг. А для звезды, что сорвалась и падает, есть только миг, ослепительный миг. Пусть этот мир вдаль летит сквозь столетия, но не всегда по дороге мне с ним. Чем дорожу, чем рискую на свете я, мигом одним, только мигом одним. Я предлагаю, уважаемые гости, поднять бокалы. Давайте поднимем бокалы за молодоженов, за их счастье, за их миг блаженства. Нужно назвать дату, число и год. Если кто знает год, когда взгляд Владимира упал на взгляд Марии. И, о, мама, так, там брат у нас, Володя. Итак, давайте маме мы дадим. Точно уверены, да? Да? Вот именно число, месяц и год, да? Когда они увиделись, и все, и потом уже никуда, назад нельзя, да? Готовы? Давайте. 23 августа 2012 года. Гениальные аплодисменты! Так, продолжаем дальше. Назовите, пожалуйста, город. Назовите город. Никто, мама не подсказывает. Город, в котором родился Владимир.
Вот назовите, пожалуйста, главное, это очень сложный вопрос. Это не простой город, друзья мои. Итак, тетя у нас решила дать ответ. Итак. Это был город, но рожали мы его на Кресе. А Крес находится в каком городе? Покровка, вот, видите, Покровка это уже город, так. А Покровка? А Покровка находится? В Алмате. В Алмате, аплодисменты, приз! Подумал он. Итак, и последний вопрос, кто на него отвечает, тоже получает приз. Назовите, пожалуйста, любимую песню молодоженов. Любимая песня молодоженов. Я думаю, это на эту и на ту. Напиши себе тату. Они ее пели, когда познакомились. На эту и на ту набью себе тату. А? Володя, ну как ты скажешь? На эту или на ту? На обе. На обе, да? Это любимая песня? Ну тогда приз, приз тогда Владимиру. Начну стиха. Володя и Машенька, что задумано, пусть исполнится. Все хорошее, пусть запомнится. Пусть любовь в вашем сердце светится, люди добрые в жизни встретятся. Пусть любовь будет до старости, мы желаем вам только радости. Будьте счастливы, всегда понимайте друг друга и уважайте. Где есть уважение, там возможно и счастье, и любовь, и продолжение всей вашей счастливой жизни. Будьте счастливы еще раз. Поэтому я эту возможность поздравить направлю другим людям. Я хочу сказать о тех, для кого этот день не менее важен, чем для вас, и кто их будет считать самым важным и счастливым в своей жизни. Это ваших мам. Оля, да? Ольги. Вы сделали это, вы дождались этого дня. И действительно, вы запомните его навсегда. Терпение дарит розы. Поэтому мы с мужем поздравляем вас. Желаем, чтобы следующая порция терпения принесла еще больше вас. Счастья и удовольствия в сегодняшний вечер. Такого мы заслужили. Даже целый день вдвоем мне, наверное, мало. Я прошу тебя, побудь со мной, ты понять меня должна. Знаю я, что мне нужна, нужна одна лишь ты одна. Хочу, чтоб годом вопреки, так же были мы близки, так же были мы близки. 20 лет спустя. Браво, Александр, браво! Поздравляем! Говорят мудрецы, самое главное не просто любить, а любить нежно. И, Владимир, Мария, мы вам желаем, чтобы вы друг друга нежно любили, чтобы вы оберегали друг друга, ценили, уважали. Это непростые слова, действительно, в семейной жизни очень много значит, когда ты просто теплым словом поддержишь своего любимого человека. И самый
влюбленный танец, самый красивый танец любви для вас танцует дуэт «Элегант Дэнс» «Румба».
Ваши аплодисменты. Аниме! Значит, хочется пожелать вам семейного счастья, благополучия. Совет да любовь вам. Машенька, поздравляю вас с таким замечательным днем. Желаю, чтобы ваша семья была самой счастливой, самой красивой, самой достойной. Чтобы вы, не знаю, у вас солнце светило над вашими головами всегда, чтобы у вас переполняло счастье, чтобы у вас была бесконечная любовь. Вот как Мария Ивановна сказала, в сентябре это самый долгий брак. Надеюсь, что это так, потому что у меня уже с мужем тоже через несколько дней уже 20 лет со свадьбы. Так что желаю вам, чтобы вы были самые счастливые люди. Вас поздравляю, Кустанай тоже. Иришка и Евгений. Так что поздравляю тоже. Замечательная пара, глаза горят. Просто даже нету слов. Я желаю, чтобы вот такое ощущение, какие лица, какие у вас сейчас, были у вас всю свою жизнь. Поздравляю вас. Ну, я свое пожелание любимой племяннице и не менее дорогому теперь и любимому ее мужу Володе я прочитаю стихи. Сейчас прекрасным вечером, свадебным столом, мне вас поздравить хочется с прекрасным вашим днем. Любовь вам, друзья милые, любовь вам да совет. Живите жизнью счастливой, живите до 100 лет. У вас еще все в будущем, еще все впереди. Живите дружно, весело, счастливого пути. С Богом, ребята! Под этот ритм поднимаем бокалы за Владимира и за Марию. И за их будущее поднимаем бокалы, за их счастье. Дорогие мои, я вас поздравляю. Желаю вам всего самого наилучшего. Самое главное, живите в гармонии с самим собой, также с друг другом. Счастья вам. Просто всего самого наилучшего. Будьте такой же красивой, оставайтесь такой же красивой парой. Думаю, чтобы у вас были красивые деточки. Давайте. Молодцы, ребята. Ну я, конечно, присоединяюсь. Я, честно сказать, не готовился, как Саша. Но от души сказать смогу. Володя, братишка, я тебя люблю.
тебя такая замечательная жена. Теперь ты муж, теперь ты мужчина. Давай, делай красиво. Дорогие наши влюбленные, сегодня такой замечательный ваш вечер. Романтика, дождик накрапывает, все для вашего счастья. Желаю, чтобы также Мария нежно смотрела на Владимира, а Владимир также крепко обнимал Марию. Чтобы все у вас было просто замечательно. Счастья. Поздравляю вас. Радуйте друг друга, удивляйте друг друга каждый день. Крепкой вам семьи. Я могу сказать, что вот буквально недавно, 5 минут назад, я поймал себя на мысли, что сколько я себя помню на подобных мероприятиях, я с моей сестрой Машенькой, мы всегда сидели рядом, всегда сидели вместе, всегда со стороны наблюдали весь этот официоз и старались как-то от него скрыться. Нам было весело, смешно, потому что мы вместе, мы рядышком, и нам очень хорошо. Нам было абсолютно не важно, что там, в принципе, происходит, будь там это юбилей или еще что-то, потому что мы были вместе. Сегодня мероприятие несколько иного характера, чему я несказанно рад. Как, может быть, кто-то не знает, но у нас в семье так сложилось, что исключительно три имени пользуются популярностью. Это Мария, Ольга и Владимир. Когда я узнал, что мужем моей сестры будет Владимир, я-то подумал, а имя? Имя-то какое? Поэтому, конечно, я несказанно рад и за Машу, и за Володю. Прекрасный парень. Поэтому я могу сказать, что, Володь, береги Машу. Сестра у меня одна. Поэтому давай, на в твоих руках. Молодцы какие, просто! Спасибо большое всем. Ну и, конечно же, подарок, который приготовили братья. Давайте сначала поднимем бокалы. А пока вы поднимаете бокалы, оказывается, братья и сестры тоже подготовили небольшой сюрприз. Есть любимый танец у Марии. Это современный, его называют корейский танец, но он сейчас уже стал мировым танцем. Вот. И вообще, да, у нас невеста очень любит этот танец. Она вообще корейцев любит. Корейцев любит, да? Samsung, да, Galaxy, да? Отлично, замечательно. Ну что ж, тогда Hyundai, да? Значит, сейчас братья и сестры станцуют танец Gangnam Style. Любимый танец, да, Марии, да, конечно. Перед сном она танцует. Но вот видите, какие подробности. Она, кажется, каждый вечер танцует. Из-за этого она такая стройная и красивая. И так танцуют братья-сестры. Ну, да-да-да, теперь смотрите, показать. Встали в позу, да, наездника. И поехали! Все вместе, одинаково! За молодоженами.
муку мы не выпускаем, а всю остальную продукцию она знает. Но так же, как и Мария, Володя тоже знает всю продукцию. Он механик ответственного цеха на фабрике. Я не знаю, Марию знаю всю жизнь, а по сумме соприкосновений Володя может быть даже больше. Потому что мы с ним, коллеги, друзья, он взрослел на моих глазах, он пришел, ну не утенком, а молодым, не оперившимся воробушком. И так быстро он все это воспринял, все познал, что сейчас он на хорошем счету, его уважают коллеги, друзья, рабочие все. Вот он мастер своего дела. Мария, она тоже мастер. Поэтому два мастера в одной семье, это что-то. Это действительно. Вот, знаете, вот я уже говорил, и еще раз повторю, вот это вот похоже друг на друга. Вы не просто муж, жена, вы братья-близнецы. И я не знаю, на кого будут похожи ваши дети. Потому что вы похожи друг на друга. Во-первых, я рад, что вы нашли свою судьбу, что вы познакомились, что вы соединили. Желаю вам пронести вот эти вот глубокие чувства, которые вы друг другу имеете всю свою жизнь. А жизнь у нас бывает долгая. Как говорят, в жизни нужно съесть бочку меда, бочку дегтя. Так вот, я вам хочу пожелать, чтобы бочка меда у вас была огромная, а бочка меда это такая маленькая, чуть-чуть, чтобы вы тогда ее пробовали, вы друг на друга не обижались, а только поддерживали друг друга, давали друг другу руку, смотрели влюбленные глаза друг друга. И все хорошее никогда не запоминается и не помнится всего самого доброго. Как лучше, чем герой одного из фильмов сказал. Кроме старорежимного, что вам пожелать? Только счастья. Я хочу вспомнить прошлую субботу, когда мы с Владимиром чинили нашу стиральную машину. И потом, после, я думал, надо мне пойти закрыть кран на водяной, потому что вот никто не знает, где закрывать. Я пошел его закрывать, он оказался закрытым. Я думаю, ну ничего себе, откуда он это знает, что на краны закрывать. Оказывается, знает. И когда я сейчас эти фотографии видел, я вспомнил те моменты, когда мы с Виталием, с отцом Марии общались, отдыхали, и наши детишки бегали. То мы, конечно, мечтали для них насыщаться. Мы хотели, конечно, таких красивых женихов, зятьев. И теперь это сбывается. И когда я с Владимиром провел две недели последние, и я хочу сказать Ольге Эдуардовне большое спасибо вам за сына. Нам повезло. Нам повезло. Мы благодарны, что он взял Марию, что я думаю, что они будут счастливы. Насчет поздравления и пожелания я должен сказать, что я хочу со своей стороны от семьи, от детей моих, Дианы, Кристины, передать больше пожеланий. Да? Поздравления, вот, ну, вернемся в прошлую субботу, мы когда улетели, я пошел к своему старшему брату на серебряную свадьбу, 25 лет. Вот его мы поздравляли. Поздравляли, потому что 25 лет жизни, у них, скажем, своя крыша над головой, у него 9 детей, 9 красивых, воспитанных детишек. У него 2 внука уже есть. Я, конечно, хочу когда-нибудь на ваше 25-летие прийти и порадоваться этим же, да? Вы в курсе, что
в нашей семье мы христиански ориентированы, ведем свой образ жизни, да, и желаем вам такого же сопутствия или, скажем, образ вашей супружеской жизни провести, как она прописана в Библии, да. В Библии прописаны все каноны совместной супружеской жизни, да. Там определено, что мужчина – глава семьи, супруга – надежная, любящая помощница. И во всех пунктах, когда семья описывается, на первом месте стоит любовь. Любовь и верность. Потом идет мир в семье, уметь прощать, уметь доверять. Это все там прописано, все обозначено. Второстепенно. Да. Поэтому я желаю, чтобы именно так вы свою жизнь построили, опирались на эти заветы, которые тысячелетиям назад было написано, и они вам приведут только к счастью. Будьте счастливы на века.
аплодисментами поддержим восточную красавицу! Если вам вас бы остановили, сказали, хотите в мастер-классе поучаствовать, вы же, конечно, скажете, о, нет, что у вас, здесь такое счастье, красавица, молодожены и такое шоу, да? Давайте чуть-чуть, так главное, бесплатно, да. Зрители, это бесплатно, а вам придется потом заплатить. Да, молодожены. Итак, приготовились? Смотрим на нашу восточную красавицу. И танцуем. Ваши аплодисменты! Браво! Султан
результаты сегодняшней свадьбы. Давайте поаплодируем. Скажет, тогда я напишу стихи лучше. Но вы согласны, да, со мной? Я скажу лучше. Вы скажете лучше, я не сомневаюсь. О, Владимир и Мария. Ну, здесь можно разные тонации передавать. Вы, как вы сказали, звезды на небе. Невеста наша, как богиня, на зависть самой первой леди. Ну, это лучшая рифма, которую я что-то смог придумать. О, Владимир и Мария, вы звезды на небе и на земле. Пусть не заботят вас думы о хлебе насущном и о воде. Пусть только счастье вас окружает. Все гости вам это от сердца желают. Замечательно. Что-то хотели вставить? Нет? Отлично. Ну что ж, друзья мои, мама подписывает вот это что? Мама! Да? И вручает молодоженам это письмо. На память. Так, остается у нас молодая гвардия. И мы сейчас продолжаем этот конкурс. Вы сейчас должны будете спеть эти стихотворения. Если они у вас коротенькие, то вам нужно будет симпровизировать. Да, можно одну фразу несколько раз спеть, да, там. О, Владимир, 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 да? О, Мария, Мария! Мария, Мария, и поехали, да? Мама, Мария. Готовы, да? Значит, сейчас у нас будет начинать... А можно я мамина спою? Можно, конечно. Да. Виктория! Итак, Виктория у нас начинает, пожалуйста. Сейчас мы придумаем что-нибудь. Виктория, значит, давайте сейчас вы должны будете войти в образ оперной певицы. Да? Можно микрофон нам еще один? Чтобы вам было не трудно, я вам буду помогать. Давайте сейчас послушаем пока мелодию, да? Итак, «О соле мио», помните, да, песню? Как ярко светит после бури солнце, его волшебный луч все озаряет. Да? Итак, дайте нам, пожалуйста... Наш Аполлон. Ваши аплодисменты! Замечательно. Спасибо большое, Виктория. Продолжаем дальше. Владимир.
Владимирский централ, ветер северный. Нужен стульчик вам, да? Стульчик, давайте я вам сейчас стульчик подставлю. Потому что вы, Владимир, будете у нас петь. Вы из Москвы же? Вы знаете, у нас московские гости, когда приезжают? Все садятся. Да, мы их усаживаем, да. Они приезжают, потом мы для них готовим костюм, да. Национальный, да. Национальный алматинский, казахстанский костюм, вот такой. Вы же у нас будете Ахын. Так. Володя, надевайте пиджачок, не стесняйтесь. Это же моя мечта была, я с детства. А вообще слышали вы, Владимир, когда-нибудь, чтобы акыны пели современные песни? Конечно, я же великий сын казахского народа. О, отлично, тогда садимся. Потому что сейчас вам надо будет послушать, как поет профессиональный акын песню «Джулия». Помните вот это? «Джулия», помните, да? Это известно. Да, а студия, группа. Да. Итак, послушаем. А мне домбру дадут? Да, конечно, вот же оно. Давайте я вам ее настрою. Надеюсь, там две струны. Вы готовы, да? Готовьтесь, Володя, готовьтесь. Кнопку поставь еще? Пониже надо. Тут нужен талант, чтобы это просто почитать. А на казахском стих обязательно переводить? Ну подъехал. Главное стих. То есть на русском, в принципе, допустимо. Она настроена. Так, отлично. Нет, там вы рукой перекрываете. Володя, рукой перекрываете, да. Здесь звук должен идти. Да. Вот так. Ну много отпускаете, вы же не на гитаре. Нет, там брист, но да. Так, а ну-ка, громче. Во! Так, только не снизу, а сверху, да, вниз? Отлично, замечательно. Подождите. Так. А мне обещали поставить пример. Пример? Да. Ну, пример я вам сейчас спою. Любой акын начинает так. Ай! Достар, дубл шапалак, хурмит конахтар. Да? И начинаете петь. Готовы? Арине? Джаз. Главное шапалак, да? Громко, давайте. Шапалак. Менің қарындасым Мария және Владимир. Сендер жұлдыздар в небе, в ваших сердцах одно вдохновение. Так пусть живо вечно оно, шапалак. Біз қазақша бәрі білеміз. Өйткені біз Қазақстан мемлекеті. Адамдар не Владимир, өте жақсы адамдар. Шапалак. Тоже искусство, понимаете? Тоже искусство. Итак, значит, давайте послушаем сначала музыку, под которую вы будете петь. Нужно начать обязательно так. Yes, come on. Yes. И yes. Come on. Yes. Два раза come on. Да. И еще потом, раз come on. Да, и потом вставляем эту фразу, да? Ну, я думаю, Виктор вас поддержит. Спасибо. Come on. Yes, тут, yes, come on, yes. Да, тут, come on. О, Владимир, йоу. Yes, yes. О, Владимир и Мария, вы. Come on. И на земле пусть и не забыл. Yes. Спасибо. Пусть.
Не думай ни о хлебе. Ты не думай ни палаты, ни парламенты, ни что. И рада тем более. Да, и... Камон, камон. Да, вы столько счастья вас окружаю. Камон, камон. Этого от сердца, сердца, сердца очень-очень-очень пожелаю. Yes! Спасибо, спасибо. Это, наверное, все. Хватит этого позора. Ну, на письма, может быть, потом. Ваши аплодисменты. Браво! Спасибо огромное. Вручайте эти стихотворения молодоженам на память.